привет всем, ребята, привет! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня анонсируем выход новой рубрики. И рубрика называется «Видео от подписчиков». Если вы хотите показать что-нибудь интересное, засветиться или сделать свой небольшой обзор на игру, вы можете скидывать мне видео прямо в ВК. Я посмотрю, выберу более-менее интересное, адекватное. А сейчас для тестовой рубрики «Видео от подписчика». Сегодня у нас в гостях Теннибрариум. Девушка открывает майские подарки. Очень большая куча подарков. Отредактировано, все под веселую музыку. Смотрим. Ставим лайки, конечно, ребята. Так, да, не нравится мне. Уху! О, вот это получше. Хочу открыть немножко подарков побольше. А то все открывают. Ой, хочу открыть пару подарков. Не пару, побольше. Ну и чё, какому богу будем молиться? Да жути. Ну конечно. Что же еще? Сраный окислитель. Вот. Блин, не хочу я чиповать. Конечно, это тоже неплохо. Но хочется что-то получше. О, ну хотя бы 500 звезд. Вопрос, стоит ли на этом останавливаться. Что-то выпадет, да. Если честно, не АЭС. Вообще не АЭС. Учитывая, что тут должен быть пояс героя. Вот прям вообще обломали. Ладно. Откроем несколько новых подарков. Не новых, а с предыдущей волны. Скажем так. Угу. О, броневик. Ну, хоть что-то. Двенадцать звездочек, когда? Вот вообще, вот. Вот. Прям обидно. Тык-тык-тык, чё, я начну с мелких, потом открою средние и посмотрим. Так, ладно, это мелкие. Чудеса, где же вы? Какой-то преобразователь тут должен быть. Манускрипт. Ну ладно, фиг с ним, пусть будет. Манускрипт. Ой, это было. Ну ладно. Хер тогда. Так. Ой. Все. Вот, ну хотя бы так. Пусть будет. О, 160, хорошо, ну хотя бы что-то начало падать, кажется. Так, о, пенька, следующий. Ну, я, конечно, не ожидала чего-то прям эпического. Но хотелось бы, конечно, чего-нибудь получше. Так, с этих начнем. Эх. Жизнь моя жестянка. Судьба, судьбинушка.
Ох, энергетический преобразователь. О, еще один остался. Ого. Ну ладненько. Неплохо. Могли бы дать поезд хотя бы один разочек, он мне так нужен. И броневик бы мне тоже могли бы. Так, поехали дальше. Тык. Наконец-то. Броневичок. Что же будет дальше? Опять броневичок, старичок. Но можем себя порадовать. Ой. Так, так, так. Падает, падает. Снег. О, пенькая. Отлично. Поясок вот не падает. А мне он нужен сильно-сильно. Колечко на палец, колечко. Тык. Вроде бы остались только большие подарки. Роскошный, 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 роскошный. Роскошный. Ну и первая волна подарков тоже осталась. Так. Эх. Ну шо тут прямо? Какие-то хотела начать. Ой, есть задумка, у меня еще на 500 звезд висит. Так, ладно, поехали. Угу, отлично. Ну, так себе. Ага, звездочки, звездочки. Блин, надо было перезагрузить. Ну ладно. Так, где подарки, подарки? Так, ничего не падает. О, броневик. Еще успеть надо. Вот. Где нормальные эти штучки? О, пенек. О. О, отлично, хоть что-то, хоть так. Как страшно было. Хочу. Вот какашка какая-то прям. Маленькие подарки. Где мой пояс? Хоть один. Я не знаю, я вас убью, если вы мне пояс не дадите. О, тоже неплохо. Купится, купится. Ринги, ну в принципе, ринги нужны. Ладно, здесь пояс X2 лежит, и у меня 4 подарка. Чипователь. Поехали дальше. Блядь, я забыла. Наконец-таки! Это я еще про себя сказала. Халай-махалай.
Это все-таки помогает. Пожалуй. Нет, нет, не так. О. Еще могу кучу подарков накупить. Ура! Поехали с маленьких, которых больше всего. Ну, блядь, до 15 минут я должна ложиться. Пенёк, пенёк, ты должен быть где-то тут. Или хотя бы топор дайте. Ого, ничего так, ничего так. Это как-то открылось. Так, хорошо. Теперь давайте мне пенёк. Отдай, отдай. Не хочет падать, зараза. Он был уровень, то сейчас у меня где он? Угу. Плюс 4 он у меня. Ой. Что-то как-то вообще не хочет. Вообще ничего не хочет. Падать мне с маленьких подарков. А, и уши это прям. Главное открыла почти 30 подарков на один пенёк. Безобразие. Неплохо скопилось. Срань ты, господи. Не хочет. Нехорошо-то как. Короче, зажмуйте вы мне пенёк. Сказали, не дадим мне тебе пенёк. Слишком умные. Не сработал метод, короче. Хоть звезды стали давать. Нет, не стали. Дайте мне пенёк еще один отсюда. Угу. Так, продолжаем открывать подарки. Не знаю, камера прерывается тут.
10 минут снимает, и все, и плохо ей становится. Ну, уже средненький открываем, блин. Ничего не помогло мне. Ну, хоть генов уберем. Ну, вот, на 28 уровень. Последняя надежда на что-то. Ну, вот так. X2. Короче, жопа полная. Пенёк говно. Блять, ну у всех хорошего уровня. А у меня будет маленький. Ну и все, и последний подарок, и попа, короче, полная. Я потратила звезды, открываем, короче, последние подарки. Ой, господи, слугам не слазь, блин. Не будем материться, так уж и быть. Хотя нет, у меня есть одно видео без мата. Хотя, может, конечно, игру надо было ставить. Ладно, сейчас посмотрим. Ничего не падает. Опять-таки с этим подарком. Ладно, не буду обновлять. О! Типователь. О! У меня вечно так. Угу. Пошли обратно. Нет, не 45. 5000. По 40, по 40. Ну вот и все. Еще не видно. Хватит. О. Дневник. Еще купим подарочки. Парочку. Ну, копеечка. И... О! Ну и нормально. Еще один куплю. А, тык. Один возьму ее все-таки. Икс. Блин, ну с мелких что-то вообще не падает, ничего особого. Ну и все, и хватит, короче. Как-то так. Jiggy with it. Getting jiggy with it.